Всем привет, ребят! Как видите, выехал я на работу на своем новом байке. Первая моя находочка — это уже вот такой вот смеситель латунный. Естественно, мы его забираем сейчас. Вчера еще тоже немножко покатался. Это уже второй. Вчера еще один нашел. Ну, дома там еще пару находок есть, я вам покажу. Здесь вот, ребят, немного вещичек попалось, какие-то вот ботинки, еще что-то. Ну, мне это все не интересно, как бы. Ну, видно, тут что-то было. Суть не в этом. Здесь вот еще пакет какой-то с вещичками. И здесь вот, смотрите, уже вон игрушечка не детская лежит, как вы поняли. Ну, это мы все оставляем. Едем дальше. Вот такие вот чоботы стоят, синенькие какие-то. Ну, оставим, брать не будем. Здесь вот видно что-то из бижутерки. Ну, это, в принципе, даже не интересно ничего. Обычный кулончик. Да, обычный. Так, идем дальше. Вот он. Вот такой вот наборчик Scarlett. Такие я уже продавал, их никто не покупает. Поэтому оставим. Вот он, второй ботиночек. О, вижу наушнички. Наушнички, как видно, по-моему, на месте. Ну да, на месте. Оригинал, не оригинал, не знаю. Заберем. Попробуем проверить. Так, ну и больше тут. Больше тут, ребят, пока ничего не вижу. Ну да, остальное у нас тут все мусор. Ладно, едем дальше. Здесь вот у нас куча вещей всяких, судя по всему, детских. Это ладно. Вот здесь вот вижу самовар или часть от него, какая-то картина. Ну, сейчас попробуем все глянуть. Самовар у нас Тула. Вот от него документы. Вот такой самоварчик видно. Тульский. Но, к сожалению, от него нет вот этой вот части. Крышка от него есть. Крышка вон она лежит. Но оставляем. Здесь у нас опять целая куча шматья всякого. Вон ботинок. Целая куча. Еще тут что-то какие-то. Возможно, дворник какой-то оставил. Здесь какой-то макияжный наборчик вот такой вот. Вон подуставший, поэтому брать не будем. Какая-то принцесса вот. Видно. Тестер какой-то. Так, здесь мы возьмем. Смотрите, вот такую сумку какую-то нашел на плечо. Вот. Ее вот если почистить, постирать, будет нормально. И здесь вот смотрите, целая куча мяса. Вот такой вот фонарик еще. Но фонарик тоже брать не буду. Мясо сейчас, если попробую вскрыть, если не воняет. Хотя вот до 2020 года, значит, уже пропало. 16.01. Сегодня у нас 04. И вот такая вот игрушка Redmix. Можно взять, попробовать почистить. Возможно, она заработает. Вот такой вот Redmix. Сделано в Китае. Ну, эту игрушку заберем. Сумку вот эту тоже заберем, остальное оставляем. По находкам пока, ребят, немного. Вот такая вот женская куртка попалась. 48 размерчика. Ну, вот от нее даже вот такая вот фигнюшка есть. Так, ну, эту куртку я мамке подарю. Так, идем дальше. Вот такой вот шампунь для кошек и котов целый. Да, у меня коты как бы есть. По наушникам что-то они совсем не заряжаются. То есть заряд идет, и сами наушники не работают. Поэтому, скорее всего, обратно выкину. По этой игрушке что-то тут весь корпус липкий, ребят. Скорее, ну, тоже проверять нету смысла, потому что все испорчено. Все вот это вот липкое. То есть экран не липкий, остальное все липкое. Ну, вот такая вот игруха Redmix. Далее вот такая вот сумка. Сумку такую я оставлю себе.
То есть, видно, я ее полностью все почистил. С такой можно и на рыбалку ходить, и еще куда-нибудь. Оставляю себе. В сумке вот тут 10 рублей было. И вот латуни здесь килограмма полтора-два, наверное, будет латуни. То есть, уже разобрал, все, приготовил. Так, ну, а, вот еще, ребят, я вам не показывал в прошлый раз. Яйцо Фаберже было найдено. Вот оно, его клеймо, кому интересно. Вот такое вот клеймо какое-то. И вот такое вот яичко. То есть, сколов нет, ничего нет. Вот такое вот яйцо Фаберже. Так, на этом все. Сегодня еще пойду полазю. Подъехал сейчас к мусорке. Вот здесь вот видно, кто-то курточку повесил. Я уже посмотрел, в карманах ничего нет. Ну, курточка такая подуставшая, конечно. Оставляем. И здесь еще вот такие вот порточки. Ну, видно, тоже подуставшие. Вот здесь еще одни. Тоже уставшие. Поэтому оставляем. Едем дальше. Опять немного вещей попалось. На первый взгляд ничего нету. Какие-то сандалии. Так, здесь вот кофта. Ну, довольно-таки такая нормальненькая кофта. Вот такие вот наушнички. Уши греть. Так, оставим. Как всегда, чоботы. Так, вот там какие-то джинсики старенькие. Вот, судя по всему, это все детское, ребят. Так. Вот такая вот куртенка какая-то. Ну, тоже видно, подуставшая. Вот еще одна куртенка, тоже темная. Как видите, я все аккуратненько развешиваю. Так, и что у нас тут еще? О, вот тут еще какие-то вещи. Ну, здесь у нас одни рубашки. Поэтому дальше смотреть не будем, оставляем. Немного детских игрушек попалось. Вот такая вот какая-то. Ну, она, видно, вот подуставшая немного. Вот так вот она выглядит. Здесь вот еще две коробочки какие-то. Вот такая вот. Ну, вот она. Ну, это видно вот даже новенькое, по-моему. Вот это вот. И вот здесь вот еще что-то. Ну, и здесь тоже на коляску, наверное, собрать чего-то. Ну, в общем, это все оставляем. Там вот немного женской обуви. Ну, ничего хорошего тут нет. Здесь вот вижу вещички какие-то вон там вот лежат. Сейчас попробуем залезть, глянуть, что там. Вон еще какие-то мешки. Катался я сегодня, ребят, часа три. Так ничего не попалось. Вот в этом контейнере сейчас вытащил вот такие вот два пакета. Пока еще не смотрел. Ну, первое, что мне попалось, это смотрите, что. Вы уже догадались, что это. А вот он сам фотоаппаратик. Что за моделька пока вот. Вот такая вот моделька какая-то. Цифровичок. Вон от него крышечка лежит. Коробка из-под айфона. На айфона я уже так смотрел. О, здесь у нас вот какая-то вот бижутерка. Ну, а вон, смотрите, сережечки. Похожие на золотые. Ну, конечно, это не золотые. А это у нас... Это у нас даже не серебряное. Ну, как бы все равно это все возьмем. Дома аккуратненько. Кстати, может и золотые, ребят. Да, ребят, там есть какая-то проба. Или не, это не проба, я не знаю, что это. А возможно и проба. Ну, в общем, это мы сейчас аккуратненько возьмем. Дома еще покажу. Ребят, я сейчас внимательно тут посмотрел. Это все-таки 925-я проба. Но видно, сережка только одна. А это, смотрите, сейчас я вам попробую показать. Вот написано 925-я. То есть вот эта вот фигушка у нас вообще серебряная. И вот, как видите, от нее тоже одна сережка. То есть только одна сережечка. Тоже вот и написано 925-я. То есть это забираем. И входик сейчас заберем. По находкам попалось сегодня немного, как видите. Так, ну начнем. Вот такие вот новые колготки. Сейчас я вам скажу. 11-го года. Ну, это сразу для подписчицы. Три вот таких вот аккумулятора. Две Nokia и третья Samsung. Немножко латуни попалось. Далее вот такая вот ложечка. Судя по всему, мельхиоровая. Вот здесь вот какой-то значок был, но он... Ну, в общем, вот такая вот ложечка.
Так, здесь у нас коробка из-под этого, это айфона, ну это ладно. Сейчас вот мы посмотрим сюда. Как оказалось, это у нас серебро. То есть там пробы присутствуют, даже здесь пробы присутствуют. То есть сейчас я вам попробую показать. Ну здесь вот там проба написана, потом еще где-то вот проба написана. То есть пробы тут существуют. Ну, единственное, к этой бижутерке, выглядит она, в принципе, хорошо, всего лишь попалась одна вот такая вот, как ее, ну, вы поняли, короче, что это. Потом вот это у нас 585-я проба, то есть это видно и белое золото, и рыжее золото, плюс какие-то 4 камушка. По весу сейчас я вам покажу. Так, это у меня, так, кто здесь? Так. Это у нас не золото оказалось, то есть пробы здесь нет, ничего нет. Так, и вот такая вот еще штучка, тоже 585-я, то есть видно от сережки, от второй, но второй сережки и этой сережки не было. Так, и по фотоаппарату оказался полностью рабочий, сейчас я вам попробую показать. Так, я вставил новые батареечки. Так, вот он. Включается, пожалуйста. Так, не туда я нажал. Так, ладно, сейчас попробуем отсюда выйти. Так, сейчас я отключусь. По фотоаппарату, ребят, не знаю, что здесь. Но вот почему-то стало сейчас вот писать. Вот такой вот. Да. То есть я уже выключал, и все равно пишет. Сейчас попробуем еще раз. То есть, может быть, вот это открыть надо, не знаю. Сейчас попробуем так. До этого, скажу вам честно, все работало. Уже проверял. Ну вот она. Да, надо было, наверное, крышечку открыть. Вспышка работает, все работает. Так, здесь у нас стоит. Сейчас я выключу. Так, выключил. Здесь у нас стоит флешечка на 16 гигов. И этот фотоаппарат у нас... Так, сейчас я вспомню. Короче, здесь фотографии пластического хирурга. Здесь сиськи показаны, там еще что-то. Ну, короче, кто-то делал пластическую хирургию на этом фотоаппарате. Ну, на этом все. Давайте по весу посмотрим. Сейчас вот золотишко так, чуть не потерял. Уже неплохо, 1 грамм есть. И вот это еще докинем. 1,39. И сейчас взвесим серебришко. Так, здесь мы будем использовать вот такую кружку. Так, делаем одну линию. Так, все по нулям. И забрасываем серебришко. Так, ну 53 грамма. Так, и плюс еще. Итого почти 60 грамм, ну сколько, 58. Ну, до 100 грамм еще долго. Показывал, а коробку это так и не показал. Это, ребята, у нас ботинки сегодня попались. Как я их нашел, они бы не было их на видео. Но ботинки абсолютно новые, вот такие вот замшевые, 39 размерчик. Как видно, абсолютно новые. Вот такие вот ботиночки, возможно, кому-то будет интересно. Сейчас вот мы попробуем тут показать, что они себя представляют. Вот какая-то паяна. Размер вот 39 вида. Материал велюр какой-то, персин, черный, замша. Ну, вот такие вот абсолютно новые ботиночки попались. Возможно, кому-то понравилось, пишите. Смотрите, ребят, вот здесь вот кучка мусора. Вот здесь вот что-то старенького было. Здесь вот уже дедок копался, все пособирал. Ну, смотрите, что он пропустил. Он пропустил вот такой вот подстаканник. Судя по всему, стаканник мельхиоровый. Ну, потому что, ну, здесь вот что-то написано там. Ну, проб я здесь никаких не вижу, поэтому, скорее всего, мельхиор. Ну, возьмем, дома почистим. Возможно, что-то стоит. Две куртеночки какие-то, вижу, попались. Ну так, она единственное то, что грязная вот это вот. Сейчас попробуем
Так, ладно, пускай пока. И вот еще какая светленькая. Ну, в принципе, ребят, что я могу сказать? В принципе, она чистенькая. Вот она какая-то фирма тут. В принципе, можно взять вот такую вот белую. Посмотреть. Ладно. Здесь вот такая вот сумка стояла. Здесь вот какие-то вещички. Ну, мне вещички что-то не понравились, поэтому оставим. И здесь вот в этом кармане вот такая вот коробка конфет Коркунов. Она, видно, запечатана. Вот она внутри запечатанная. И она до 09.06.21. То есть коробочка еще абсолютно свежая, поэтому заберем. Так, ребят, а тут у нас небольшой прикол. Вот смотрите, здесь вот какое-то пальтишко. Вот здесь пальтишко. Ну, вот это пальтишко сейчас я вам более внимательно покажу. Вот такое вот зеленое. Плюс еще здесь вот пакет вещей какой-то тоже сейчас попробуем разобрать. Но начнем отсюда. Смотрите. Открываю кармашек. 500. 500 с чем-то рублей. То есть уже по-любому выгода. Все за сегодня хорошо. По-моему, все. Кстати, такой пальтишко, в принципе, можно взять. Сейчас я попробую показать. Ну, больше, по-моему, тут. Нет, больше ничего нет, ребят. Здесь еще кармашек есть. Да не, не шелестит ничего. Так, здесь тоже кармашек. Так, и это пальтишко у нас. Вот такой вот. Не знаю, скорее всего, я его возьму. И сейчас вот еще посмотрим, что тут еще есть. Свадебное платье, ребят, у меня уже было. И здесь вот, судя по всему, фата, наверное, какая-то от платья. Я не знаю, что это. Вот тут иголка какая-то. Вот здесь вот вещи какие-то были. Ну, сотни в этом. Я тут аккуратненько сейчас высыпал пакет. Это я за собой сейчас уберу. Смотрите, здесь вот уже вот такая вот брошь. Вот еще какая-то брошка. Это у нас вот такая вот флешка 32 килобайта. Вот такой вот пазл 1000 штук. Как видно, он запечатанный. И сейчас посмотрим, что тут еще у нас есть. Тапочки, тапочки, фигапочки. Так, ребусы какие-то. Ребусы не надо. Так, это что, я не знаю, что это. Ну, что-то запечатанное. Ну, можно в сторону пока отложить. Как видно, телефонов нет, ничего нет. Вот наушники. Наушники тоже в сторону пока отложим. Это вот не знаю что. Это у нас браслет. Цена на браслет какой-то. Ладно, пока в сторону отложим. Так, о, смотрите. Это у нас Пандора. Возможно, серебришко. Идем дальше. Вот еще брелочек вот такой вот. Тоже интересная тоже. О, 10 рублей. Забираем. Еще пакетик вот такой. Так, еще бижутерка всякая. Так. Самое главное все это не забыть потом взять. Так, вот здесь вот смотрите еще. Бусы всякие разные. Так, бусы. Бусы. Колечко. Ну, колечко у нас детское обычное. Значочек какой-то. Так, блокнотик. Что у нас еще есть? Так, все фигота, фигота. Такая заколочка какая-то. Ну, в общем, ребят, больше я тут. Вот еще какая-то штучка. Больше тут ничего нету. Закругляемся на этом. Вот это сейчас забираем все. Здесь у нас вот выброс с магазина, видим тут хлеб, йогурты, очень много хлеба. Вот такие вот, это у нас шницель из индейки, здесь раз, два, три упаковочки. Зелени целая куча. Так, здесь у нас еще молоко, молоко. Так, грибочки, хлеб, хлеб, молоко, йогурты. Так, это что-то уже вскрыто. Вон перчик какой-то. Опять молоко. Не знаю, вот этот шницель, ребят, если его сейчас взять, возможно, удастся его собаке сейчас приготовить.
3 штучки сейчас возьмем. Быстренько посмотрим, что сегодня удалось раздобыть. Так, 3 вот такие вот Indy Light. Это у нас шницель из индейки. 3 штучки взял. Сейчас собаке их сварю быстренько. Далее вот такой вот пазл. 1000 штук. Как видно, он полностью запечатан. Новый. Тираж ограничен. Что-то тут написано. Ну, в общем, вот такой вот котейки должен получиться. Так, и что у нас тут еще? Не знаю, где его тут. Размеры я не знаю, а вот размеры. 68 на 48 сантиметров он будет. Ну, не знаю, возможно, сам соберу, возможно, нет. Пройдемся по вещам быстренько. Так, первая вот такая вот куртенка была найдена. Ну, судя по всему, она детская. Потому что мамка примерила, говорит, очень маленькая. Вот такая вот фирма. Вот он, размерчик написан. Состояние, как видно, очень даже хорошее. Возможно, кому-нибудь удастся продать. Это вот первый курчик. Сейчас еще посмотрим. Далее вот такое вот зеленое пальтишко. Тоже состояние, как видно, очень хорошее. Так, вот такая вот фирма. Размерчик, к сожалению, я вам не покажу. Потому что вот ярлычок его здесь нету. Здесь вот тоже два кармашка присутствуют. Ну, вот такой вот. Здесь вот, кто помнит, 660 рублей лежал. Я уже пересчитал. А, точнее, подождите. Да, 650 и 10 рублей отдельно я нашел. 660 рублей сегодня нашел. Сейчас еще курочку посмотрим. Вот такая вот курочка еще одна. Тоже пуховичок. Единственное, я не знаю, стирается она. Нет, стирается. Потому что вот здесь замусолено немного. Вот такая вот, 40 размерчик эсочка. И здесь вот видно, кто-то обголодал. Видно, голодный был. Не знаю. Ну, в общем, вот такая вот. И тут у нас по остаткам. Так, вот это вот у нас, судя по всему, это у нас какие-то маски. Не знаю, что тут. Скорее всего, это, да, какие-то маски. 3 штучки. Так, идем дальше. Вот бижутерия. Так, вот это я не знаю, что. Легенькое такое. Это тоже фигота какая-то. Далее вот такой вот. Это у нас камушки какие-то. Вот такая вот. Вот эти две у нас, как видно, они почти одинаковые. Судя по всему, какое-то стекло. Ну, вот это, возможно, камни, это стекло. Далее вот такой вот брелочек какой-то. Так, вот это у нас оказалось серебряное. То есть здесь даже проба стоит. Она, как видно, абсолютно новая. Цена, как видите, зачеркнута. Так, это я думал блокнотик. А оказалось, вот цветы и ткани. Вот что-то тут. То есть, видно, кто-то вышивал. Так, это у нас вот такая вот флешечка на 32 гига. Она полностью запечатанная. Далее, 3 вот такие вот брошки. Такая вот брошка. Такая вот. Видно, вот они тут застегиваются. И вот такая вот. Ну, это видно, ребенок носил, не знаю, в виде розочки. Так, 2 пары наушников. Одни наушники у нас вот JBL-овские. И вот какие-то такие вот еще. Ну, JBL-овские у нас полностью рабочие. Эти тоже полностью рабочие. Ну, эти, в принципе, не особо красивые. Так, коробочка конфет. По сроку годности видно 9.06. То есть еще 2 месяца точно можно использовать. И вот такой вот подстаканник. Решил я его не чистить. Здесь у нас... Вот сейчас попробую показать. Здесь у нас нарисована курочка ряба и МНЦ. 4 рубля там что-то написано. Так, сейчас вот попробуем. Не знаю, видно вам, не видно. 4 рубля там с чем-то стоит. И там вот курочка ряба нарисована. Ну, короче, как-то так. Больше я тут ничего не нашел из клеем. Чистить я его не буду. Вот такая вот. Вот так он выглядит. Здесь вот видно, немножко вот согнуто. И плюс здесь где-то еще вот. Вот здесь вот царапки какие-то. Немножко поцарапан.
Ну, возможно, чего-то такое стоит. Кто знает, напишите. Забыл вам показать вот такой вот браслетик. Это у нас Пандора. Но, к сожалению, эта Пандора китайская. То есть она, возможно, даже и не серебряная. Пробы нет, ничего нет. Ну, кому интересно, вот у меня есть вот такой вот. Этот уже точно серебряный, Sunlight. Вот такой вот браслет. То есть вот эти штучки тоже, как видно, серебряные. Пробы там есть. Вроде бы. Ну, нет, тоже написано Sunlight, но это у нас все серебро должно быть. Вот такие вот два. Первая мусорка за сегодня. И смотрите, здесь вот, вот такая вот собака лежит. Состояние идеальное, как видно. Но собака такая мне не нужна. Оставим. Вот здесь вот аккуратненько поставим. Вот так вот. Что-то не стоит. Ну ладно, ну кто-нибудь заберет. Немного детских вещей тут попалось. Там вот лежат какие-то детские вещи. Тут вот денег видно целая куча. Там вон в пакете видно еще целая куча денег. Так, ну детские вещи, что тут? Детские вещи, вот тут ботиночки детские. Вот такие вот какие-то кедики найковские. Там еще какие-то. Здесь вот какие-то стоят. И здесь что-то поналожили тоже. Ладно, едем дальше. Проехал я сейчас по своему райончику, ребят. Ничего не попалось. Вот попалась вот такая вот портсигарчик Ял Золотая. Как видно, она под мои сигареты как раз подходит. Заберем. И вот немного латуни нашел. Сейчас поеду в другой райончик, съезжу. Сейчас вот здесь вот покопался, ребят. И вытащил вот такой вот пакетик какой-то с вещами. Здесь вот такой вот рюкзачок или сумочка какой-то. Сейчас еще посмотрим по внимательней. Ножницы можно взять, в принципе. Можно не брать. Так, все, шапку, шарф. Да, не надо. Вот здесь вот аккуратненько все будем класть. Так, идем сюда. Так, это я не знаю, что тоже не надо. Какие-то шорты большого размера. Ну, в общем, ребят, что-то мне подсказывает, что брать здесь нечего. Немного всяких разных продуктов попалось. И здесь вот уже вот собаки сарделек тут нашел. Помидорчики всякие. Тут у нас тоже булочки всякие. Туфу какая-то. Молоко. Крылышки. Морковка. О, вот это тоже собаки возьмем. Ну, все, ребят. Больше здесь ничего не оставили. Кучу металла поставили только что. Смотрите, гантели, гриф. Вон от него эти. Еще немножко серебришка попалась. Так. Ну, скорее всего, серебришка. Вот, в земле сейчас нашел его. Вот такой вот серебряный крестик. Довольно-таки красивый. Четыре коробочки конфет попалось. Ну, по срокам, ребята, они уже не очень. Ну, это я не знаю вообще, что такое. Вот такие вот. Все они запечатаны, как видно. Две вот такие вот мерси. Одна маленькая. Сейчас я вам даже до 19 года, то есть уже года два назад. Одна вот такая здоровая коробка, тоже мерси. И Каркунова коробочка. Едем дальше. По находкам сегодня опять что-то не очень. Так, ну вот такая вот коробочка. Портсигарчик под Ялу Золотую. Я как раз такие курю. Так, это у нас кран латунный. Так, смотрите, вот такая вот коробочка.
Так, где он тут открывается? Она у нас с подсветочкой, эта коробочка. Сейчас покажем. О, вот такая вот подсветочка работает. Дальше, смотрите, вот столько вот медяшки было найдено. Вот это вообще толстенький кобелек. То есть отсюда по весу 2 килограмма. Ну, если обчистить, килограмм с чем-то выйдет. Медь сейчас по 500 рублей у нас. Так, показывал из просрочки, что было. Там было очень много. Все забрала женщина. Вот я взял себе 4 упаковочки сосисек. И вот такой вот вырезки из индейки. Упаковочку тоже взял. И вот такой вот серебряный крестик был найден. Ну, попробую еще завтра покататься, полазить.